Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Матот. Написано, что много скота было у сынов Реувена и сынов Гада. Наши мудрецы говорят, что они имели большие средства, Реувен и Гад, после войны им они достались. И они решили купить стада, они купили большие стада, много скота, весьма много скота. Весьма, когда говорится в Торе, это действительно очень много. У нас есть такие примеры. То есть пишется у нас в главе Толдот за Ицхака, что когда он был у Мелеха, и Всевышний дал ему благословение, написано, что и призвал Мелех всех своих людей, сказал, кто дотронется этого человека и жены его умрет. И написано, и сеял Ицхак в той стране, и получил тот год старицей, ибо благословил его Бог, и стал великим человек этот, и он все больше возвеличился, пока стал весьма великим. Что означает весьма великим? Наши мудрецы говорят, что стоимость навоза мулов Ицхака была больше, чем все золото Авимелеха, величайшего царя. То есть, то, что сделал Всевышний, он невероятно возвеличил скота. Вот здесь говорится, весьма много, это невероятное количество у него было скота. И у них есть материальная заинтересованность. И они увидели страну Езер, и страну Гилят, и пришли Моше и сказали, что не переводи нас Иордана, дай нам вот эту землю, землю Сихона и Ога, которую мы завоевали, мы останемся здесь, не получим земли там. Моше был в шоке. Он уже с этим сталкивался. Мы когда пошли в разведку, мы знаем, чем это закончилось. Мы теперь 40 лет в пустыне. Моше говорит, ваши братья пойдут на войну, вы будете здесь сидеть? И говорит, зачем вы склоняете вы сынов Израиля не переходить в страну, которую мы пришли? Всевышний сказал идти в страну. И они, конечно, попали в ситуацию. Разведчики же тогда внушили нам страх сердца. И Всевышний что-то сделал. Сказал, что вы теперь будете 40 лет в пустыне. Вы плакали в эту ночь напрасно. Теперь будете плакать в эту ночь не напрасно, ночь на 9 ава. И теперь... Мы 40 лет в пустыне. Вы хотите то же самое сделать и сейчас? То мы вообще-то не войдем в страну, не выполним повеление Всевышнего. В общем, и говорит Моше, что все они погибли, эти разведчики, исключая лишь Калева, сына Ефуне, сына Кназа, и Гоша, сына Нуна. Задается вопрос, что значит сын Кназа? Если его зовут Калев, сын Ефуне? И наши мудрецы говорят, что... Его отчима звали Кназ, поэтому он также сын Кназа. Вообще, Калев, мы знаем, личность загадочная, трудно себе представить. Его действительно родил не Ефуне, его родил Хецрон, он вообще внук Переца. И Тора его называет Калев. Потом мы читаем книги Деврея Мим, это книга Писания, что его называют Калувай. И там мы читаем тоже, что его зовут Мерет. И мы знаем, что то он сын Калев, сын Хецрона, то он Калев, сын Ефуне, то он Калев, сын Кназа, как мы здесь читаем. Потом мы читаем, что Калев, сын Хура. И мы говорим, как это Калев, сын Хура? Ведь Хур родил Ури, Ури родил Бецалеля. А Калев родил Хура с Мирьям. Сестрой Моше он не женился. Как это так может быть? Наши мудрецы смотрят на это место в Деврея Мим 1 во второй главе и говорят, что это другой Калев. То есть, возможно, Хур родил сына, брата Ури и назвал его Калев по имени своего отца, возможно. То есть, загадочная личность Калев. Вот один из вариантов здесь. Немножко мы отвлеклись. И теперь нас Моше говорит, что вы сборище людей грешных. Значит,
они опомнились и сказали, что мы пойдем впереди всех наших братьев, мы будем воевать, пока не завоюют для них полностью страну. И только тогда мы получим эту землю. Еще говорят они, Реувен и Гад, что мы построим сначала города для скота, то есть загоны для скота и дома для детей наши города построим, и так пойдем. Наши мудрецы замечают, говорят, но сначала следовало бы сказать города для детей, и потом загоны для скота. Они говорят наоборот, то есть у них материальная часть на первом месте. Это мудрецы наши видят. А Моше им сказал, постройте города для детей и загоны для скота, и потом пойдете, когда Всевышний это разрешает. И Моше говорит, он говорит это Йошуа сына Нуна и Элиазару священнику, он говорит, что если они выполнят то, что они говорят, потому что Моше уже не будет, мы знаем, что Моше уходит, и если они это выполняют, только в этом случае они получат эту землю за Иорданом, царство Ога, царство Сихона, бывшее в Башане. То есть все забирает пусть тогда, но если нет, получит землю со всеми братьями своими, на той стороне эту землю не получат. Четко он дал приказ Элиазару Коэну и Йошуа сына Нуна и главу отчий колен сынов Израиля. В общем, мы впоследствии знаем, что они все это выполнили, годами воевали, все это было выполнено, они свои слова подтвердили и получили эту землю. И потом написано, что отдал он землю, Моше отдал землю колену Реувена, колену Гада и половину колена Менаше. Причем здесь Менаше? Менаше не подходит, ничего не просит. Оказывается, Иосиф, будучи фараоном, он купил эту землю. И теперь она просто по наследству досталась колену Менаше. Так наши мудрецы говорят. Есть другая версия, что Менаше был военным министром Египта. И он завоевал эту землю. И она досталась по наследству его потомкам. Вот половине колена Менаше. И написано, что отдал землю эту Еиру сына Менаше и Махиру сына Менаше. И потом некто Навах пошел, завоевал Кнат и назвал его по имени своему Навах. Но он хотел увековечить свое имя. Но это имя не сохранилось, наши мудрецы говорят. Имя так не увековечишь, что ты назвал увековеченное имя. Только мы знаем человека за его добрые дела, за его поведение перед Всевышним. Его имя может быть увековечено, что он учит Тору, что он мудрец, что он поступки совершает правильные. Так может быть имя нам известно о наших предках. И дальше. Теперь смотрим. Получается, представители трех колен мы видим прямым текстом. А кто же четвертый? Мы тоже с вами хорошо знаем, просто здесь не написано, мы как-то не обращаем внимания. Мы же знаем, что Всевышний три города левитов построил на одной стороне Иордана, так сказал, что будет. Три города левитов на другой стороне Иордана. Ну и, естественно, и другие левитские города, кроме городов убежища. Их всего будет 42 города и 6 городов убежища. Всего 48 городов. И, естественно, вот представители колена Леви живут тоже за Иорданом. Потом мы с вами переходим в книгу Писания. Есть Тора, пророки Писания. Книга Ктувим. Это письменная Тора тоже. Переходим мы в книгу Деврей Амим, в первую книгу и вторая глава, по-моему, 21 стих. Написано, что Хесрон – это сын Переца, внук Иуды, взял в жены одну из дочерей Махира, сына Менаше, то есть сестру Гилеада, и она родила ему Сегува. Сегув родил Яира, и было у него 23 города в земле Гилеад. То если Хесрон – это колено Иуды, то тогда его дети, потомки, это все колено Иуды. Получается,
какая-то небольшая часть колена Иуды тоже живет здесь, за Иорданом. Получается, представители пяти колен нам известны. Кто еще, я больше не знаю, не читал нигде. Вот то, что нашел. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Балковат Йосиф, Мироват Авраам, Розават Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бат Йосиф, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Ицка, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Мейн, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бат Белла, Мазал Паразас Була, Ирина Батури, Арон Арье бен Ури, за хороший дух Арон Арье бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бат Сара, Парнаса и Бриют Владимир бен Рая, Марина бат Рая, Борис бен Мария. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем всего самого наилучшего. Браха Парнаса Кавана, что мы это время не грешили, учили Тору. Делитесь видео с друзьями. До следующих встреч!